Кинопраздник на Лазурном берегу. Во вторник открылся 72-й Каннский фестиваль. На церемонии собрались режиссеры, актеры и сценаристы почти из 40 стран, в том числе из России. По красной дорожке прошли Билл Мюррей, Джулианна Мур, Вирджини Ледуайен, Ева Лонгория и Селена Гомес. Ведущими церемонии стали Хавьер Бардем и Шарлотта Гинзбург. Фестиваль продлится почти две недели. За это время жюри предстоит оценить 21 картину. Впервые в истории Каннского кинофорума жюри возглавил режиссер из Латинской Америки, мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту, снявший фильмы «Бёрдман» и «Выживший». Среди режиссеров, чьи картины поборются за главную награду, Педро Альмодовар, Квентин Тарантино и Джим Джармуш. Честь открыть программу фестиваля выпала на этот раз Джармушу и его новому фильму «Мертвые не умирают». В комедии о зомби снялись звезды первой величины – Билл Мюррей, Стив Бушеми, Тильда Суинтон и Игги Поп. В программе «Особый взгляд» представлены две российские ленты – «Дылда» Кантемира Балагова и «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.